качественная, упакованная, свежая продукция с маркировками даты выпуска, даты срока годности, соответствие ГОСТа, состава, значит, и, безусловно, с описанием того, что внутри упаковки находится. Это первое. Второй момент, на который нужно обратить особое внимание, значит, условия хранения и реализации. Нельзя продавать или реализовывать скоропортящиеся продукцию без холодильного оборудования. Это, так сказать, понятно, что она может быть испорчена или переморожена. Хотел бы производителям и мясной, и молочной, и бакалейной, и хлебобулочных изделий, да, я бы попросил не расслабляться. Мониторинг будет происходить вне зависимости от названия, вне зависимости от фирмы, от руководителя, от места или там, производства региона. Мониторинг проверки качества и соответствия будет производиться по всем видам продукции и по всем производителям. С абсолютно без какого бы то ни было оглядки на место его производства.